Всем привет, меня зовут Алина. Сегодня покупочки будут с торгового центра «Лето». Так, была в магазине «Резерв» и купила вот такую кофточку. Вы ее уже видели в видео у меня. Они такие есть, вот хорошая такая крупная вязка, но она при этом легкая и мягкая. Я взяла размер S, они сейчас по акции стоят 1299 рублей, смотрите. То есть вообще я ношу M-ку, L-ку. Но вот эти кофты такие свободные, можно брать поменьше. Мягкие, антистатичные, удобны широким рукавом. Есть в бежевом цвете, есть в розовом, есть в светло-молочном, насколько я помню, и голубеньком. Выбирайте, в остатках еще что-то осталось. Бежевый цвет мне не очень подошел, но я думаю, может ее тоже купить. В общем, она приятная, я выбрала в голубом цвете. Задумываюсь о другом цвете. Ну, давайте смотреть дальше. Теперь у меня с фирмы Zola. Я себе купила трое джинсов. Трое, четверо. Боже мой, я уже запуталась в джинсах. Так, нет, по-моему, я вам сейчас покажу только трое, да. Давайте я про теплые джинсы, потому что еще купила весенние, но буду показывать. Утепленная модель. Это с Кинни, по-моему, 28 размер, видите, на таком меху. 28, это, по-моему, 46 у них, как считается, да. Вместо того, что вот такой толстый мех, надо брать чуть-чуть побольше. Так, скини, да, модель скини, это такие в обтяжечку должны быть. И Zola всегда делает на высокий рост, надо их подшивать внизу мне, с моим ростом. Ну, вот такие, как подзатертые, темно-синие, видите, толстые, теплые джинсы. Не знаю, зачем купила, потому что вроде настолько теплые я не одеваю. Ну, вот, не знаю, цвет понравился, все понравилось. И они сейчас по акции продаются, в остаточках что-то осталось. Так, мой рост 165, ну когда-то был 166, сейчас я думаю, что уже, наверное, не 165, даже 164, мы же с возрастом уседаем, так что мне их нужно подшивать. Вот такие в обтяжечку, темно-синий, приятный, такая посадка не сильно высокая, но и не низкая, живот закрывает. На попе нормально, все так подтерто, но все красиво. Они мягкие, приятные, эластичные, они тянутся. Так, вот такие голубенькие я купила тоже. Так, тоже скини, тоже 28 размер. Смотрите, вот видите, то такой не флис, а вот какой-то начес, да, называется. Там был искусственный мех, здесь начес, эти потоньше. И вот эти голубенькие я уже носила. Синие меряю, сейчас показываю. Так, они растягиваются, надо брать вообще, ну, как-то, мне кажется, еще и поменьше размером, потому что реально они прям вот совсем растягиваются. И, видите, я их подзакатала немножко, потому что они длинные мне, да, и вот их тоже нужно бы укоротить, или можно в ботинки прятать. Они удобные, приятные, теплые, я вот сейчас их ношу, и классно. Ну, вот, наверное, с мехом взяла на прям лютые морозы, потому что у нас периодически туда-сюда гуляет погода. Сейчас у нас где-то минус 3. Так, вот такую кофту я взяла в фирме Cotton. Я вообще первый раз такое покупаю в такой фирме. XL размер. Знаете, там такой был стойка такая, и мне понравились синие кофты, синие цвета. И вот я выбрала две. Вообще тут размер XL, и цена всего лишь 900 рублей. Там очень много распродажных вещей сейчас продается. А почему взяла большой размер? Потому что кофта должна быть в обтяжку. Но я не хотела в обтяжку, и поэтому взяла побольше. Думаю, попробую. Видите, приятная кофточка, так свободненько смотрится. Думаю, почему за такие копеечки не взять? Единственное, что сейчас нет такого холода, но я чувствую, что она антистатируется. Я везде посмотрела, не вижу ее состав. Но я думаю, что это 100% полиэстер, потому что у меня электризуются очень сильно волосы. И ее нужно носить на футболочку какую-то. Ну, в общем-то, кофта недорогая, симпатичная. Если будет сильно статироваться, ну, просто ее выкину. Но темно-синий цвет мне очень понравился. Вот. И сейчас покажу еще вот эту тоже фирмы Cotton. Просто они рядом висели. Здесь такая более интересная вязка. Вязка как... Цена вот 900 рублей, да, тоже была XXL вообще. Она с воротником уже под горло. И вязка мне напоминает, боже мой, поло, да, по-моему? Забыла, нет. Боже мой, мужские вот эти, у меня у Рудольфа такая кофта есть, фирму забыла, ну ладно, неважно. Вот, и она вот так еще свободнее сидит, такая большая, размахайка, довольно такая, знаете, легенькая, не могу сказать, что сильно толстая, но по качеству она как будто получше, чем предыдущая. Не настолько электризуется, и, наверное, какой-то состав в комплекте есть. Немножко, может, растянется, может, нет, такая... Ну, не знаю, мне понравился темно-синий цвет. Я взяла такие бюджетные кофточки. Может быть, она так не смотрится. Но почему-то мне она зашла. Как там такая уютненькая, показалась удобная. И я решила ее взять. Ладно. Так.
Видите, хорошо горло закрывает, но вниз, правда, лучше надевать какую-то маечку или футболку. Я там в этой фирме Катун нашла майки. Сейчас вам покажу маечку. Вот так вот кофта смотрится. Видите, у нее такой интересный рисунок. Так, ну что, погнали. Теперь майку покажу. Майка, она вообще это пижамная одежда. Я вот думаю, может, у нее шортики такие еще взять. Значит, видите, она вот такая, как мягкий флис, или я не знаю, что это такое, но вот какое-то мягкое и в рубчик. И взяла размер S-очку, потому что она плотненько сидит, и на лямки здесь не регулируются, лямки не длинные. Потому что все майки, которые под эти я мерила, под кофточки, они все какие-то широкими лямками. 800 рублей она стоит, размер S-очка. Такой серо-бежевый цвет и тепленько. Ее хорошо под какие-то такие вот тонкие кофточки, знаете, как-то одеть именно как нижнее белье. Вот видите, вот так вот. Хорошенькая, тепленькая. Очаровательно смотрится. Сейчас я одену ее, мы ее посмотрим повнимательнее. Такая мягенькая, как флисовый пледик. Так, ну что, вот, показываю на бюстгальтере. Мне нравится, что если глубокий вырез, а у меня есть кофта с глубоким вырезом, будет прекрасно смотреться. Если кофта короткая, тоже не нужно даже в штаны джинсы заправлять. Кстати, на мне другие джинсы, обратите внимание, сейчас покажу вам их подробнее. Тоже фирма Zola. И вот такая майка, она как-то хорошо сидит, она и спереди, и сзади. Да, конечно, разжирела, караул. Вот, видите? Сзади вот так смотрится. Значит, у меня такой хороший, полноценный 46 размер. Вешаю 59 килограммов. Да, вот такая вот с жирами вся. Рост у меня 165, еще раз напомню. Так, и, в общем-то, вот такой вот. Ну, короче, майка мне зашла. Думаю, может, шорты надо взять. Хотя я ее брала просто как майку, как нижнее белье, а не как ночнушку. Хотя она и вообще продается там как ночнушка. Просто тепленькая, коротенькая. И по цвету такая, знаете, и к белой одежде подойдет, и к темной одежде, и к телесной. То есть под полупрозрачными кофтами будет не сильно заметно. Так, ну что, погнали, теперь джинсы вам покажу. Вот эти тоже на меху, широкие джинсы, это тоже Zola, они все стретчевые. Конечно, качество Zola не очень, если стирать, все жалуются, что линяют. Но я первый раз беру в этой фирме вообще что-то. И вот стретч, да, написано, 26 размер взяла, потому что они большие мерки. Так, утепленная модель, да, на меху. И сейчас посмотрим. Так, что по ценнику? По ценнику они стоили 2200, я не помню, что-то такое недешево как-то. Вот они почему-то стоили. Те там по 1500, а эти какие-то такие подороже. Так, значит, и вот видите, на таком меху, наверное, более потому что современная модель. Вот, я их сейчас одела, конечно, они мне длинные. Черные, знаете, там в Zola есть такие черные, как черные, но они очень сильно собирают шерсть кошачью. И вот такие, как затертые, да, вот эти я как затертые взяла. Сейчас я их закатаю и покажу. Их надо обязательно подшить, так что надо съездить в ателье будет. Ну, иначе их вообще никак не одеть. Если узкие, их можно как-то в ботинки спрятать, эти уже никак не спрячешь. Для меня слишком на высокий рост. Но это хорошо. Многие высокие девочки очень страдают, когда джинсы короткие. Так, девочка в Zola в магазине была в этих джинсах, продавщица. Я у нее спросила, где вы такие джинсы купили. Она мне отвела, показала, где находится вот эта модель. Так что я вам бирку показала. Смотрите артикул или жмите скрин, и потом идите в магазин, показывайте. Пока еще все продается. Все теплые модели пока в наличии. Ну, по крайней мере, у нас в Питере. А в ТЦ Лето, пожалуйста. Так, вот такая вот красота. Посадка высокая, но такая не сильно высокая, средняя, да, даже. Но смотрите, как вот я взяла 26 размер, но по факту, видите, они здесь сильно тянутся и вперед. То есть туда мне еще ритузы влезут. Так что они еще и когда их носишь, растянутся. И будет очень-очень даже ничего. Вот такая вот красота. Видите, они такие подтертые. И когда они подтертые, как джинса такая, если они даже стираться будут линять, не будет заметно. Это раз. Во-вторых, носить удобнее. И вот я смотрю, кофточку можно и так, и эдак. Вот именно вот эту кофту хорошо как раз под нее маечку. Вот эту кофту одевать. Так что длина рукавов мне нравится. М-ка уже так большевато. Л-ка вообще огромная, поэтому я выбрала размер S-ку. Почему-то голубого цвета, а свитерки, они очень сильно тянутся.
В бежевом цвете не такие тянущиеся, немножко другая ткань. В розовом цвете вообще какие-то растянутые остатки были. Так что я ничего там больше не взяла. Так, волосы у меня все наэлектризовались такие все. Жду, когда отрастут. Караул. Потому что прическа, конечно, ужасная. Я как Бобик или как какой-то домовенок Кузик. Кошмар. Ну, из домовенка, по-моему, я выросла, Бобиком стала. А так вот кофточка мне нравится, джинсики тоже. Напишите мне, пожалуйста, ваше мнение насчет моих покупок. Я вас целую. Встретимся завтра. Всего вам самого лучшего. Целую. Пока-пока.